Так, ну мы продолжаем как бы путешествовать. Сейчас приехали на бывший пост московский при выезде из города Воронеж. Здесь вот два экипажа находятся. И как-то вот так получилось, что решил поинтересоваться инспектор, с какой целью мы здесь находимся. Ну, как-то неловко все это поинтересовался. Что мы снимаем. Да, и он, в общем, как-то не офицерское, в общем-то, поведение. В общем, подписчики, давайте мы сделаем так. Выскажите свое мнение, как на самом деле повел себя сотрудник полиции. И мне очень интересно ваше мнение. Ну, мое мнение по этому поводу такое, что он себя недостойно повел, он не признал свою ошибку, хотя она имеет место быть, он нарушил федеральный закон о полиции, статью 5, пункт 4. Он должен был незамедлительно первое, что сделать, это представиться и назвать свое звание, должность, после чего сделать обращение. Вот, в принципе, и все. Вот такая вот у нас полиция. Я надеюсь, что это единичные случаи. В целом, хочется верить, что наше право не нарушается. Но данный сотрудник полиции именно имеет наше право по полной программе и никак не хочет признавать, что он его имеет. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, а мы продолжаем наше путешествие. Так, для справки, для небольшой, да, сегодня у нас 3 января, время 23:40, температура воздуха 2 градуса тепла. Всем приятного просмотра. Нам идет, да? В двух случаях, короче, ты имеешь право. Он видит твою камеру, может. Да, пусть видит. Открывать окно, ему если попросить. Приоткрой чуть-чуть, ты уже машинку. Главные какие у тебя. Снимаете, да? А? Снимаете? Стоим. Просто стоим. Снимаете, да? Хотим снимаем, хотим нет. Инспектор, а можно поинтересоваться? Вы обратились? Можно ваше удостоверение увидеть? Инспектор! Вы почему не реагируете? Ну-ка, открой-ка. Открой. Да. Пойдем к нему? Да, пойдем, подойдем. Ты сейчас, так как он к тебе обратился, ты ему сейчас попросишь предоставить удостоверение, так как он к тебе обратился. Все? Ты тут не понял, что ты, да? Не, оно открыто полностью. Пошли, да, мы сейчас рядом. Да. Инспектор, здравствуйте. А что вы не реагируете? На кого здравствуйте? Ну, на граждан. На граждан. Вы же обратились. Обратились? Да, 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 да. Ко мне? Вы обратились, вы поинтересовались, правильно? Вы ко мне обратились. Вы обратились, верно? Не, я спросил вас. Ну, так это обращение же. Снимайте, мимо прошел. Ну, так вы обратились. И вот хотелось бы увидеть ваше удостоверение. Мое? Да. Зачем? Ну, во-первых, это законное требование гражданина. Гражданин, как только обратился, вы обратитесь к гражданину. Вы даже вот должны были без просьбы это сделать. Мы уже с вами встречались. А, мы уже с вами встречались. Да. Шкляр Евгений. Шкляр. Можно вот поближе? Шкляр Евгений Николаевич, инспектор ДПС до 20 декабря 2015 года. Да, я помню, мы на той стороне. Вот тут у вас уже второй раз такая проблема. Ролик тут мы не опубликовали, как вы какая думали. Какая проблема? У меня никаких проблем. А у вас, видите, нет. К вам гражданин обращается, а вы не реагируете вообще никак. Вы ко мне обращаетесь. Да, вы не слышали, да? Вы не слышали? А вы представились? Ну, вы сами то представились? Скажите, вы не слышали? Вы ко мне обращались? Смотрите, я когда... слышал, вы что-то сказали. Вы инспектор, когда... Вот давайте так сделаем. Вы когда крикнул. Подошли к машине, сделали обращение, вы должны первое, что сделать, это назвать свое звание, должность. Мимо. Нет, я вы обратитесь, вы гражданину подошли. Мимо, говорю, мимо шел. Да вы поймите чё, одно. Что-то вы снимаете, послушайте, что вы уже обратились, вы автоматом для это вас. Это обращение, да, что-то снимаете, закон о полиции, статья 5, пункт 4. Вы его вот сразу же нарушили, понимаете? Я ничего не нарушал. Ну я, как? Я смотрю, вы что, снимаете, слушайте, что знаете, как сейчас ваше поведение, аналогично поведению нарушителя, который нарушил и отрицательно... Да. Говорит, в отрицание пошел, так скажем, что он не нарушал. Вот вы сейчас нарушитель. В отрицал его, да? Да. В несознанку, как не, говорят. Я да. Не нарушитель. Не нарушитель? Да. Ну, нарушили. Это вы, наверное, что-то нарушаете. Мы? А почему вы так обвиняете голословно?
Ну, я вот конкретно пример вам привел. Нет, я же обвиняю в том, что есть на самом деле. Иду и размышляю. Что-то снимаете. Размышляете слов, да? Снимаете, что ли? А вы ко мне начали приставать со своей камеры. Что вы сам... Вы подошли. Что вы ко мне со своей камерой лезете? Подождите, вы подошли, камера фиксирует мою жизнь. Что происходит вокруг меня и со мной. А вы почему-то... К ГАИ почему-то. Блин. Нет, мы приехали сюда. Ближе, вы подошли, поинтересовались. Вы нарушили, не подошли. Подождите. Вы о чем сейчас говорите? Что вы тему переводите? Вот там и снимаете. Вы тему переводите. Не нужно тему переводить. Да, давайте по существу. Там надо снимать. Нет, давайте по существу. Вот вы скажите, вы признаете свою вину в том, что вы не представились, когда подошли? Я к вам не обращался. К гражданину. Я к нему не подходил. Как, подождите, вы кому вопрос задали? Не обращался. Вы вопрос, знаете, это сейчас некрасивое поведение, вы не офицер, я так вам скажу. Это не офицерское поведение. Вот и все. Это не, это, можешь знать, почему можно говорить? Вот если вы сказали, да, извините, я был неправ, в следующий раз я сделаю по закону. Почему я не прав? Вот тогда было бы офицерское поведение, потому что нормальный офицер признает свои ошибки. А сейчас это не офицерское поведение. Я вам представился, показал. Тогда, когда уже вынуждены вы были это сделать. А чтобы это сделать изначально... Вы ко мне подошли, я вам показал. Подождите, тогда, когда вы обращаетесь к гражданину... Нет, вы ко мне подошли, я вам показал. Подождите. А вот это не надо. Вы когда обращаетесь... Офицер, не офицер, я тоже автоматом, много чего могу автоматом сказать. Автоматом. Я говорю и свои слова подтверждаю видеозаписью. Я иду мимо и смотрю, вы что, снимаете, что ли? Вы вопрос задали гражданину? Кому? Гражданину задали вопрос? Может, подождите, гражданину может задали вопрос. Гражданин. Но снимаем мы, значит, вы задали вопрос нам. Ну, соответственно, чтобы задать, прежде чем задать этот вопрос, вы должны были сделать так. Подойти, называть свою фамилию, имя, отчество, должность, звание. После этого уже сделать обращение. Вот это было бы с точки зрения закона, и вы были бы правы. Но что вы сделали? Вы сейчас пытаетесь всячески уйти от ответственности, что на самом деле вы не нарушитель. А вы нарушитель. И я это не поведение офицера. Ничего, вот если вы сейчас признали бы, нарушаю, сказали бы, да, ребят, это вы, извините. Это вы нарушитель. А, вот так даже. Вы меня обвиняете просто так, а я вам обвиняю в том, что на самом деле есть. Неправда. Понятно. Неправда. В общем, каждый останется при своем мнении. Неправда. Я прошел я даже мимо, так скажу. Увидел, что снимают, что-то снимаете, что ли, и все. В общем, а вы посчитали, что к вам обратились. Вам бесполезно. Вам я это не поведение инспектора. Я к вам инспектор. Не обращал. Это вы можете это не делать свои офицера. Выводы. Как я считаете, как гражданин. Как считаете и мое нужным. Мнение вы очень важно делать. Для вас должно быть. Понимаете? Почему? И вы должны опираться на него. А так гласит федеральный закон о полиции. Понимаете, это главный критерий оценки деятельности сотрудников полиции. Я понял вас прекрасно. И вот это мне вот это удивительно. Все прекрасно, я понял вас. Вы признаете свою ошибку? Какую? В том, что вы нарушили закон я о полиции. Не статью 5, пункт 4. Вы что? Я ничего не нарушал. Я к вам не обращался. Все, тогда с вами разговор закончен. Я не обращался. Я даже разговаривать не хочу. Это не офицерское мимо поведение. Прошел, некрасиво. Мимо прошел в кафе. Я надеюсь, что это у вас единожды вот. Это. До свидания. До свидания. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал.